Если девочки худенькие, захотят к вам присоединиться, вы их возьмете к себе в клуб? Нет. Нет, пусть кушают. На то он и клуб по интересам, чтобы в него вступали только единомышленники. Леди Мармелад после ошеломительного финального шоу конкурса «Плюс сайз красоты» переродился в идею женского клуба, куда вошли как участницы первого сезона, так и все желающие. Все участницы из первого сезона, они не хотели с нами расставаться, потому что действительно мы встречались с ними и после проекта, и они на многие нам давали обратную связь, что у них разделилась жизнь на до и после. И они не захотели с нами расставаться, и мы как бы для участниц проекта, и сейчас вот у нас очень много и так как бы не участниц, они у нас пришли все к нам в женский клуб «Леди Мармелад». Мы регулярно поддерживаем общение, сами совершенствуемся и ходим на вечеринки. Конечно, идея клуба – это прям бомба. Теперь у нас есть свое общество тех девочек, девочек плюс сайз. То есть мы всегда можем написать друг другу. То есть у нас общий чат есть. Также я являюсь артисткой шоу «Леди Мармелад», где могу показать всю красоту и грацию пышных форм. Им комфортнее в этой среде, среди таких же девчонок. Они друг друга поддерживают, у них самооценка повышается. Они более активные, раскрепощенные. Поэтому я считаю, что это некий шанс для девчонок, которые сидят дома и комплексуют. Это уже третья встреча клуба, и события развиваются так, что даже после первого знакомства участницы быстро втягиваются в коллектив единомышленниц. Мы собирались и на пикник, получается, вот недавно совершенно. Потом также посещали вместе караоке. До караоке я вообще никого не знала. А мы ушли просто загадочными подругами. Общая большая компания – это всегда интересно. Соответственно, мы помимо того, что мы обучаемся вместе, мы и отдыхаем тоже вместе. На этот раз за чашкой кофе девчонки изучали Инстаграм, все его скрытые возможности и инструменты продвижения. Сегодня у нас мастер-класс посвящен теме продвижения своего аккаунта, как мы можем его развивать, набирать подписчиков, какие методы существуют, официальные, неофициальные, платные, бесплатные. Девчонки с интересом смотрят, им любопытно, как это изнутри происходит. Казалось бы, вроде бы ты знаешь Инстаграм, вроде бы сидишь, запиливаешь сторис, репостики и все остальное, там делаешь посты. Но при этом есть вещи, которые ты не знаешь, и спустя 3 дня я понимаю, что насколько глубоко нужно теперь познавать Инстаграм и учиться, грубо говоря, заново. Инстаграм сейчас такая вещь, которой нужно обязательно пользоваться в продвижении себя как эксперта или своего продукта. Каждый выбирает для себя сам – закрыться в своей скорлупе или же принять себя и начать жить, не оглядываясь. Кто-то начал это с заявки на конкурс, кто-то – с первого визита в клуб «Леди Мармелад». И в том и в другом случае – это про устранение комплексов, любовь к себе и общение с теми, кто придерживается тех же принципов. Милые девушки плюс сайз, скорее вступайте к нам в клуб. Будем с вами веселиться, радоваться, знакомиться и делиться яркими эмоциями.